В воинских частях страны начался новый учебный период. Государственно-правовая подготовка стала первым занятием в этом году. Военнослужащие подвели итоги прошлого года, оценили имеющиеся достижения. Кроме того, поставлены задачи на предстоящий период по поддержанию высокой боевой готовности войск. Уже в 8 часов утра на плацу воинской части 55-17 личный состав получил наставление по предстоящей учебе. Это очень важный период, который позволяет не только подвести итоги, но и определить цели и задачи на перспективу. Изучается политическая обстановка в стране, исходя из чего корректируются задачи. Успехов в учебе личному составу пожелал командующий региональным командованием БАТЭС Арман Жумагалиев. Военнослужащему необходимо внимательно и ответственно подойти к процессу обучения, а командирам к качественному проведению занятий. Именно профессионально подготовленные военнослужащие в полной мере смогут выполнить служебные боевые задачи, применив полученные в процессе обучения знания и умения. Уверен, что личный состав регионального командования достойно проявит свои возможности и решит ответственные задачи по итогам обучения. Поздравляю личный состав с началом нового учебного периода, желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе. Во благо нашей страны. После демонстрации строевой подготовки на плацу занятия продолжились в виде лекций. В первую очередь военнообязанный должен быть политически грамотным, четко понимающим предстоящие задачи в связи с меняющейся обстановкой. Особое внимание уделяется также поддержанию высокой боевой готовности войск, укреплению морально-психологического состояния личного состава. Основные предметы государственного правового подготовка, тактика строевого боевого применения, строевая подготовка и физическая подготовка. Также учеба прибывших, вновь прибывших молодого пополнения, воинскую часть, подготовка, все, что мы пройдем теоретически, практически, мы будем в конце года, по окончанию зимнего учебного периода, сдавать итоговую проверку. Инспекторскую проверку. Престиж профессии повышается. Во многом это определено большой государственной поддержкой. Ежегодно увеличивается денежное довольствие, есть хороший социальный пакет. Все это способствует качественному укреплению личного состава. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Армат Рахмеджанов, телеканал Акжаик.